столиці сьогодні мітингували підприємці. Спочатку під Офісом Президента, потім Кабміном, під Кабміном. Свою акцію вони назвали «Save ФОП», з англійської «Збережи ФОП». Вимагали скасувати закон, котрий проголосували нардепи, зокрема щодо введення реєстрації розрахункових операцій. Кажуть, малий та середній бізнес проти посилення фіскального тиску. Протестувальники хотіли зустрічі із президентом. Давайте тоді почнемо, пане Максиму. От ви як маєте стосунок до захисту підприємців, будь ласка. Мені кажется, що для того, щоб исправить ситуацію в економіці, нужно не давить оставшийся, виживший ще поки клас, хоча він все більше уменьшается, а наоборот, помогать йому розвиватися. Я думаю, что доктор экономических наук Пешко подтвердит мои цифры о том, что розничный рынок в Украине за последние 4 года сократился в 4 раза. Это говорит о том, что люди обеднели примерно на такую же сумму или в такие же разы. И швидше всего, что они, напевно, рятуют свои семьи іншій роботі, можливо, не за кордоном. Совершенно верно. Это, кстати говоря, сегодняшняя информация о том, что украинцы Польше и в Европе стали тратить в 2 раза больше. Это говорит о том, что люди планируют оставаться там, а не возвращаться сюда. Так вот, речь идет о том, что сегодня, к сожалению, правительство уничтожает малый бизнес, не задумываясь о последствиях. Это подтверждает наше видение и убеждение в том, что страну отдают теперь на разграбление уже не внутреннему олигархату, его тоже помножат на ноль. До них еще просто, по-видимому, это не дошло. Страну отдают на разграбление финансовым корпорациям западного мира, которым неинтересно, что здесь происходит. Несомненно, было бы правильно, чтобы предприниматели не просто протестовали, а протест был, ну, скажем так, более действенный. А какой может быть более действенный протест со стороны бизнеса в отношении государственной машины? До речи, пока еще мирный протест. Верно. А еще? Организованно перестать платить налоги этой государственной машине. Стоп, машине. Это может восприниматься как саботаж. Мы понимаем, что от державных... Это моя позиция. Если ко мне у кого-то возникнут вопросы, я готов на них ответить. Ну, ответственность за гостя в студии несет слова сам гость. Вот я и говорю, что на сегодня, к сожалению, это чуть ли не последние методы борьбы с государственной машиной. Руслан, смотри... Мы все время говорили о тарифах, я проведу параллель. Боролись, подавали в суды, выигрывали суды. У нас все получалось в этом смысле слова. А все продолжается в том же духе, тарифы увеличиваются, люди платят, платят, платят. Я тогда еще предлагал, давайте переставать платить. Здесь провожу параллель. У меня нет сомнений в том, что это ошибочное, глупое решение по поводу малого бизнеса. Малый бизнес сегодня, малую инициативу нужно оставить в покое, наоборот, помогать. Давать кредиты, нормальные, удобные кредиты, под малые проценты. Параллельно индексировать социальные выплаты, пенсии и зарплаты. Это даст всплеск покупательной способности. Можно вас зараз перервати на